Здравствуйте всем, это прохождение. Всем привет. Это прохождение игр. Это прохождение игры. Вторая хоррор-игра у нас уже на канале вышла. Вот это вторая. Под названием Red Alliance. А, Красный Альянс. Дословно, если переводить, как я перевел, я не знаю, как точно. А, поехали, посмотрим, что это вроде хоррор, как бы страшный, да? Вроде как, первый уже пролог нам пишет. Уменьшенный урон врага, больше боеприпасов, игра становится более захватывающей и менее сложной. А, ставь сложность, под которой изначально разработана игра «Одиночное выживание». Для тех, кто хочет себе испытать игру более зимой, уже меньше боеприпасов, холодный и хардкор. Ты не выживешь, открывается после прохождения игры на сложном уровне сложности. Ясно, все. На среднем, естественно, потому что мы должны успеть пройти. Первый пролог. Не знаю, что-нибудь придумаю. Так, окей, ладно, давай. С тех пор, как оккупировал город, никого и гражданских не сказали, что происходит. Наемники всех угоняют из... столицу, утверждают, что необходимо для защиты от распространяющихся болезней. Но за этим скрывается нечто больше, что-то такое, что скрывает людей. Правда должна быть раскрыта. Это, кстати, по-моему, что-то про вирус новый. Не помню, как он называется, короче. Он очень похож на этот. А что так зависает? Я ж дети, что дурак. Что это? Что ты так лагаешь? Что совсем что-то? Ой, да вообще уже совсем. Совсем кукукнулся, что ли? Ну, чего? Так, давай. Все отлично. Нормально. Так, давай, спокойно. А, идти вперед, ну это я знаю, естественно, это стандарт. Так, это что? Мы в отеле каком-то? Что это? Ну, не такое сглаженное надо. То есть не сглаженное это. Строки графики. Не-не, управление. Мышка где? Да мне нужен геймпад, а мне нужен мышь. Чего? В смысле, Xbox привязка, что дурак? Какой Xbox Live, пофиг. Пофигу. Так пусть. Так пусть будет. Алло, а чё не так? А, сохраните, выйти обязательно, да ладно. Вот это да. Так, попадем туда. Куда она говорит? Закрыто. И здесь закрыто. А позвонить нельзя. Чего? Чего говоришь? Пролог. Да напомнил мне одну из игр. Она вроде как называется Half-Life 2. А здесь можно приближать? Да, здесь можно. А, это садится. Так. Чего? Чё за стул? В смысле стул? Да ладно, можно стул брать. Ну-ка. Да ладно, можно стул брать. А чё это кто? А я видел парочку. Опа, ты чё здесь один слышишь? Ой, извиняюсь. Ой, извиняюсь. А тебе можно стекла вымыть, друга? Это нельзя. Плохо, что нельзя. Хорош тут, не беспределец вообще, башкой тина. Красный Альянс, смотри-ка, да. Пресс закрыто. Чего? А у меня закрыл, да? Ладно. Так, пошли, пошли. Так, еще там банку, может быть, кинуть. Сохранить игру в 9. Звука не надо. Че это? Опа, лифт. Спокойно. Сохранение. Алло, я тебе помог, слышь? Слышь?
А зачем сохранить? Вот кто что знает. Пригнись. Хочу пригнуться. Фух, тихо. Кто-то был. Я не понял, кто там был. И никаких. Это что-то пародия на Альянс. Комбайн. Пришлось средний. Нормально. А, вот, ты мыши, серьезно, почему? Сохранить. Не-не. И такой надо. Надо вот такой, в принципе, нормально так. И сохранить давай, да. Так, нормально. Погнали. Like we'll have to take a detour. Чего? Гон так украдя. Беспально. Look at all the mess here. Everyone is moving out. Nobody wants to stay in the country when we have oppressive units after us. How is the government? А тут уже никого нет давно, ну ладно. Все уезжают, говорит. Кому че сидим, поехали. Почему мне так зависает сложность? Надо на низкую поставить. На самую низкую. Может 95 вернуться, не знаю. Я не знаю, что там было. Угу. Да, сохранить давай. Посмотрим, как будет на низких. Чего? Что? Что? Алло? 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 Ого, все заработало. Так, немножко получше хотя бы будет. Чтоб тебе... Если где есть сейчас, хрен их знает. Так, давайте даже будет в 6. Серьезно, это подобие Half-Life 2. Я прям все эти жопы чую, это прям Half-Life, только в третий. Это стелс, за что такое-то, видимо. Пацаны, это я шумлю, смотрите, короче. Сейчас, пацаны, это я. Алло. Ах ты... Ага, сам говорит тихо, а вот сам этот мусор раскидывает. Сейчас сам сказал тихо и сам раскидал живо. Так, F6 надо же, подожди. Подожди ты, F6 надо жать. Что тут творится? Так, воды. А... Не, ну это серьезно, вот самогонка даже есть, самогон аппарат. Откройте. Мы из налоговой. Где тайник? Алло. Где тайник сталкера? Ага, добро, добро, давай, давай. Так, это посылка моя. Если что, тут смотри, тут еще жрал. Представляешь, из моей же посылки жрали. Жрали. Жрали очень сильно. Закрой дверь ты. Ну, если спальт, я не буду виноват. А кого прятался все время, пока не искали его? Так, это гром. Чё это? Так, я сюда поставлю. Да что ж ты делаешь, дурак? Сохранение. Это не оружие, действительно. Что ж за идиот, а? А я спокойненько вот так возьму, ладно. Так, пошли. Так, пацаны, я тут как бы это кидаю, вам пофиг, да? Вам пофиг, серьезно? А на-ка. Пацаны, слышь? Пацаны, на-ка. А им пофиг абсолютно. Так, отойди, пожалуйста. Так,
быстрее. И серьезно, пофиг на это абсолютно. Хорошо. Так, это что за клуб тут такой мини? Открываю. Воу! Ага, хрена дело, а что мне делать? А меня повязали. Слушай, это Альянс только в 2K. Спи давай, ладно, сплю. А может споешь колыбельную? Глава вторая, да? Нет. Это я уже на допросе сижу такой. Вот делай клав, лучше. Давай прочитать. Молчать! Не забывайте, кто тебя нанял. Аккуратнее, Грей. Кто-то может заплатить там больше тебя. И кто знает, с чем это все обернется. Почему бы не оставить при себе свою гразу и не начать работу? Я не знаю, я как бы здесь вообще... У меня за что подвязали? Алло, я вообще за хлебом шел. Отлично, все кажется в порядке. Давай просто. Отпустите нас, хорошо, давайте. Что это вообще нам даст? Что я говорю по поводу вопроса о моей работе? Отойди, не мешайся! Не мешайся, не мешайся, не мешайся, не мешайся! Приступим к эксперименту по контролю разума у подопытного первого. Это я? Подопытный первый, встаньте. А, это он, это мой хрен. Или я? Подопытный первый, я сказал встать! Встать! Ты ждешь того, что он встанет? Он же прикован к столу, и кажется, тут контроль над разумом не работает. Это вот ты говоришь? Ой-ой-ой, разве ты до сих пор не понимаешь, в чем смысл всего этого? Да! Подобный второй, встань! Сейчас же! Хрена ты встал, а у тебя текстура как бы... Чувак, провалились. Впечатляет, тебе удалось управлять его. Фантастика! Так, подобный второй. Подойди... А, подойди к окну, да. Это спокойно, другой ха-ха, орёт, короче. Да вон же окно, а, в как... А, это я. Уберите его от меня! Нет! Уберите его от меня! А я тут прилягу. Потом ты второй вышел из-под контроля. Ты спровален. Что это за чертовщина? Что? Что, черт, никаких проблем. Ты кто? Ты кто-то простая палатка? Я только на ради стадии следовать. Там рейтинг всех загрузил, как комната. Сейчас же! Забегните его неудачные экземпляры в тюрьму. Пока они там сгниют. В лаборатории я хочу увидеть только успешные. Понятно? Да, босс. Отлично, а сейчас отправьте зава этого в тюрьму. Он явно еще пригодится нам. А глава вторая, да? Нет. Давай, давай, урод. Стол бы считать себя счастливчиком. Тебе направили в лабораторию Грея. Ты же не хочешь знать, что ждет тебя? Я рассказал, черт возьми. Ты же видишь. Никого оттуда... Никуда... Никто оттуда не возвращался. Быть-то поаккуратнее, как бы человек. Это вы роботы ни хрена не чувствуете. Слышь? Беспредельщики. Как врыл туда. Красным альянсом, знаешь, наши методы допроса могут показаться тебе слишком жесткими. Действительно, слегка жесткими, да? Чё, не обманываешь меня будет? А прошло больше месяца с оккупацией. Человек в тени доктор Грей сотрудничает с наемниками и устанавливает свои правила. Гражданские либо отправляют в лабораторию, либо сажают в тюрьму. Если не подходит для экспериментов, это нужно остановить, чтобы этого не происходило больше никогда в жизни. Так, сральник, это мы еще видели у Санты. Слышь, пацаны. Куда сможешь, заставляй меня применять оружие? Не. А что здесь происходит? Что за четверщина? Пойдем в тюрьму, они бросали с бомбы! Все на тебя укрытие, я выкрыли здание. Слишком поздно. Так вы правильно работаете. Да, хватит меня кидать-то, ну. Вставай давай.
Глава вторая, да? Глава вторая. Да в смысле нет? А, сохранение. Так, это... Вот, грандиозный побег. Это реально Half-Life, я тебе хочу сказать. Это или первый, или второй. Я не знаю, какой это из них. Это вроде второй. Или первый, может быть. Но очень похожая игра на Half-Life. Это Half-Life 3, короче. Плюс 15 хп. Мне надо... А чё мне надо? Так, а нету, алё. Тут на время дается или мне можно, типа, так, разгуливать так спокойненько? Я такой беспредельщик. А здесь все закрыто, алё. Типа, да, здесь все закрыто. Что надо делать? То есть, вот эти замки забанены, заблокированы, хотел сказать, забанены. Так. А... В смысле? А чё? А как вы... Как выйти-то отсюда? Вот как-то так можно? Тут не работает это говно. Зачем тут что-то открыть? Пойдем наверх. А ещё здесь есть. Может, какой-то ключ надо найти? Или какое-то питание, естественно, может быть, тоже логика такая. Вот, естественно, счетчики. Давай. В смысле, нет? А чё тогда? А я горю? А, горю, в смысле? Ну ты чё? А как? Серьезно, я не понимаю. Опа, дверь. А это чё? А это у нас это... Это у нас такой хоррор. Да. Выход, я его нашел, смотри. Контрольная дверь. Спойс прыгнуть, присесть, прыгнуть, присев. Прыгнуть, присев, чего? А, прыгать в состоянии сидя? Разбилась? А ты про как? Серьезно, так слабо? А если вот так? А если вот так? Чего не так быстро ломается? Надо как-то эпично. На, прям. Так. У вас говно комп, товарищ. Системник тоже говно. Клавиатура говно воняет. Ну-ка, не понял. Не понял. Не понял. Ясно все. Ясно тут уже все. Кресло я вам тоже не советую. Какое-то говно. Нищеброда такой только. У меня такого нету. А чё тогда? Подожди. А не хочешь работать? Перед заблокировано. Пропуска нет никакого. Чего надо ввести, непонятно. Хорошо, а это что? Еще плюс аптечка. Это что? Еще плюс. Да, как эпично я кинул. Ты так не умеешь, это я скачала. Такая есть. Я здесь не скажу, как она называется. Ты никогда не узнаешь. Спасать можно. Я тебе правда не смогу сказать. Это должна сама какая-то игра. А чё? Снайперский прицел? А, ты. Подожди, а чё? А он советовал прыгнуть стоя. Это как? А, к вентиляции. Ой, короче, я тут думаю, чё это такое? Это вентиляция, оказывается. Так, а грандиозный помек. Группа сопротивления сделала свой ход. А поп прямо к сердцу врага вставляют тюрьму, куда отправляли всех отбракованных, подобных доктора Грея. Гражданская война вот начнёт. Ну смотри, ну это реально, это чё, это Half-Life. Серьезно, тебе говорю. Там такое же было с тобой, когда играли. Забыл, что ли, да? И перетаскивай предметы, все то же самое, смотри. Только здесь разница в несколько лет, ну и графика, конечно же, лучше. Ну это когда был-то здесь? Опа, это что такое? О, это все, это прям. В смысле? Я так буду бить? Это что? А вот так вот? Что? Опа, это что? А это что было? Ну нахрен надо. Колом сломай. Ну смотри, это реально Half-Life. Кому-нибудь могу чикнуть, только надо стелс. А стелс не хочу. Подожди. Типа смотри, не бьются, не понял.
Это в два раза быстрее будем ломать этим.